Позади огромная и сложная работа над проектом городского бюджета. Документ прошел публичное слушание. Его детально изучили депутаты двух профильных комитетов. Приступая к вопросу о подтверждении бюджета города, я могу сказать, что над бюджетом города работали, начиная с июня месяца. С июня. Вот. И тот бюджет, который у нас получился, я думаю, что депутаты все со мной согласятся, что то, что можно было сделать на сегодняшний день из тех денежных средств, что вступает нам в доходные части, мы их правильно распределили. Глава города отметил, что бюджет, как и прежде, социально ориентирован. Почти 70% всех бюджетных средств будут направлены на социальную сферу. Общий объем доходов бюджета составляет 1 647 000 000 рублей. Общий объем расходов бюджета составляет 1 724 428 000 рублей. И дефицит бюджета города составляет 77 400 000 рублей. Год в экономическом плане предстоит сложный, но глава города убежден, что хозяйский подход к каждому направлению расходования бюджетных средств даст возможность не только сводить концы с концами, но и двигаться вперед. Большинством голосов главный финансовый документ города утвержден. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.